Сейчас он скажет, что он в пряльщики пойдет. Ничего себе. Все, Марат, бросаю карасей, в пряльщики пойду. Слышишь? Сколько лет этой штуки? Смотри, я только она... хотел сказать, у нее даже срок годности стерся, настолько древняя. Елки-палки, вот же делали идеально, а? Ни подшипников, ничего. Ты шо? Я даже знаю, где ты ее поставишь. Где? Дома. Вот где Катя будет сидеть возле камина и прячь. Шо прячь? Нет, у нас с ним немножко другое. Нет, я ее сначала буду стричь, понял? Стричь, а потом прячь. А потом пусть ее дети ищут. Короче, друзья, всем привет, с вами Детский Клип-Ван. Привет, мои хорошие. Эх, ты друзьяки, Марат, Джан. Ты шо? Ага. А что вы перед пустым казаном стоите? Слышишь, я увидел это и вспомнил, где наши маленькие черные тарелочки. Ну такое. А, вот они. Ты что, ты что? Смотри, Марат. Оригинал? Мы в них можем сегодня подавать. Железно. Да? Серьезно? Да. Порционные вот такие блюда? Да. В трех словах сегодня будет блюдо называться. Храймы, это чье? Это блюдо марокканских евреев. Праздничное блюдо. Хава, нагила, хава, нагила. Праздник. Забыли главный ингредиент? Нет, я сказал Сереже, что это блюдо готовится из любой рыбы. Но не сказал ему, что рыба должна быть кошерная. А у нас сегодня получился сом. Поэтому... А что значит кошерная рыба? Катенька, те, кто понимает, поймут. Сом не кошерная рыба, а у нас сегодня будет храйма из сома. И будет очень вкусно. Я готовил эту рыбу из 30 точно видов рыб. Подходит абсолютно любая рыба. По классике считается лучше морская. Я готовил из локуса, из сибаса. Ну, у нас сегодня будет и сома, я думаю, будет безумно вкусно. Блюдо несложное, простое. Есть несколько нюансов. Все, смотрите за руками. Марат, слышишь, у нас пока сезон прет, и его не остановить. Посмотри на эти размеры, елки-палки. 15 килограмм. Я говорю, пока они есть, у нас каждый рецепт будет в сопровождении с этим блюдом. Я говорю, когда ты имеешь такой арбуз, тебе даже не стыдно людям сказать, что у тебя анурез, понимаешь? Ну, это же на самом деле полезно. Нет, в прошлый раз был шикарный арбуз. Мы были на базаре, встретили подписчика, и он говорит, короче, маме и Марату. Марату и маме, передайте. Это тебе килограмм? Огромное спасибо. Молодая, ты что, не понимаешь? Молодая, в сентябре. Здравствуйте. Молодая, эй, дорогая. Не очень. Татьяна Михайловна, слышь, а ты показывала нашу маму кому-нибудь? Тогда выпиши, ученик. Татьяна Михайловна, это вам передали. Спасибо. Это с Израиля Марат привез. Спасибо. Спасибо. Слышишь? Смотри, каждый свою кошелку я пошел, положил. А ты сиди голодная без картошечки. Нам тебе арбузик и что-нибудь еще. Ну давай что-то делать. Короче, кинза в это блюдо идет? В самом конце, да. Ё-моё, как это красиво. А? Вообще-то кинза была... Ой, Марат, ты такой еще лучше стал, понял? Не жарко? Нет, я что хотел сказать, что вот это вот... Сегодня какой-то влажный рецепт, Марат, правильно? Ребята, чтобы у всех было нормально, елки-палки. Оно вам надо вот это вот на сухую готовить. Так, с чего мы начинаем? Начинаем с нарезки. Нарезки много, потому что это блюдо, в отличие от многих других, сначала делается соус, потом в этот соус опускается рыба. Что, эй, по-братски договорились, я еще... Меня. Подожди, что ты вот это вот... Она мне не нравится. А я-то чем виноват? О, теперь нравится. Ну, разговаривать хоть начало. Для всех немолчащих женщин посвящается. Девочки, кадр первый, дубль первый. Как это? Готовим соус? Игорёня пришел. Это что, все? Слышишь? А ну, кидай. Марат, тебе на сегодня... Я не хочу. Это все или надо еще идти? Нет, это все. Слава богу, елки-палки. Ёшкин кот, шо это? Рюмки? Ай-яй-яй. Все, оператор, едем на барахолку. Продавать или покупать? Менять. А. Что тебе там надо, по-любому? Серьезно? А ну, надо заменить. Эй, смотри, брат, кто заезжал. От Армена без ошибок передать Сереже. Ты видишь, я думала, Катя. Эй. А на другой странице написано. Сережа, поделись с Катей.
И спасибо, смарагдом. Спасибо, так вкусно. Царская. Да? Вот это размер. Катя? А тут что-то еще? То ли для давления? Что это такое, Марат? Нет, это такие стикеры делать. Это сюда ставится этот... Как его? Что? Скотч. Скотч. А, ценники в магазинах ставить? Не ценники, это запечатывать. Тю, ладно. Почему? Хорошо. Можно, когда ты там соус приготовил, да, меточку поставил, когда ты там... Это что такое? Офигеть! Офигеть! А где шарик? А шарик где? Где-то внизу, может быть, под ней. Короче, разберемся, слышишь? Вот это да. А с кем играть? На что? На деньги, это на раздевание? Играется. Это не на деньги. Наливается сюда водка. Ну? Кто выиграл, все остальные выпивают. А он нет. И пока в хлам. А, я еще не играл в такую. Ну, сыграем обязательно. Спасибо огромное. Ты что? За такой шедевр. Когда визуально увижу, сколько будет рыбы, я... Вот такая же мысочка. Ты хочешь увидеть, сколько рыбы? Да. Оба-на, иди сюда, мой родненький. Ты шо, а? Марат, 7 килограмм на секундочку. Тогда все помидоры. Все помидоры? Чистого здоровья. Ох ты шо, агрегат липованский, елки-палки. Таких уже не выпускают. А? Катюня. Хорош, хорош, да? Знакомый звук? Супер. Боже, я себе представляю, как это будет вкусно. А ты говоришь, не кошерно, не кошерно. Это будет еще лучше? Я же его немножко подводил. Не, он уже откусался, все, он уже не кусается, да. Он не умеет кусаться? Не, он умеет кусаться, умел, но уже. Видишь, какие зубы у него? Какой красавец. Агрегат. А их можно потрогать? Капец зубы? Какой. Ну, если вот так вот делаешь, то обратно уже нельзя. Он только в одну сторону работает. Красавец. Хорошо, что мне сейчас надо делать? Зайчка, они просто как иголочки, ты еще иголочек застрянут тебе в ручки, и все. Слышишь, что я хотел сказать? Может, арбуз сразу разрезать, угостить маму? Или уроки доделают потом, правильно? Да, вот пусть лучше доделают. Давай тогда я сейчас рыбу разделаю чуть-чуть. Мне некуда этот хороший арбуз засунуть. Так, Марат, голова нам не понадобится? Только нет, чистое мясо? Голова у нас на уху. Все, хорошо. Хвостик тоже? Елки ты палки, ты посмотри, какой кожаный, а? Катюня, хочешь потыкать? Нет. Эх ты. Ну, красивый, что сказать. Такая шкура у него, слушай, что у акулы. А ну-ка. Вот агрегат, да? Агрегат еще тот. У тебя есть. Плохо. А мне пока не надо, я здесь по мякоти еду. Просто он такой, что хочется с ним поиграться. Не каждый день такой сомик в руках попадается, правильно? Все. Ё-моё. Ты посмотри на эти масла, Катюша. Ох, елки-палки. С такого сомика есть тут что на двоих поделать, а? Ага. Макнул, высунул, половина тебе, половина мне. А еще и щеки какие у него бесподобные, мои любимые. Это вообще деликатес. Мамины любимые тоже. Да? Угу. Я думал, что только я про это знаю, что в рыбе еще тут есть, что погрызть. Угу. Шо? Вот уникальный, да, этот перчик? Перчик? Он еще и... И хорошо, хорошо, такой себе, ай-яй-яй. Ага. Ну вы ж любите остренькое? Обязательно. Или хапать? Тоже такое, как придется. А ты решил сено же выгулять сегодня? А чего нет, если они есть? Мне просто нравится, как вот эта вот игла... Исполняет по рыбе, а? Знаешь, у тебя Саня укусила.
Они же не кусаются. Ну, как сказать. Ух ты, оказалось, что ты режешь только по краешку, представляешь? Ты что, Катюня? Ты, это же игла, елки-палки. Это же игла, брат. Пау. Такие только у Сереги на привозе есть. Это точно. Ага. Хотя многие, как многие, прямо, мама дорогая, сколько людей, которые к нам приходят, гости нашего города, говорят, Серега, Липованчик, Благодарочка, мы были у Сереги, кайфанули по полной программе. Ты что? Да, терки у него появились сейчас опять, все эти деревянные классные. Ага. А сейчас же осень, самое время, сейчас там морковочки, там капусточки, все, что хочешь. Точнее, все, что надо и не надо. Ай, Марат, Марат. Доска у меня маленькая для этих дел. Понял? Рыба у тебя большая просто. А, да? Тоже вариант, я не подумал за это. Он будет в подливе, Марат? Да. В такой, в бесподобной. Откуда ты знаешь? Я ж, как это, я ж с Маратом репетировал, мы ездили в Марокко. А-а-а. Были в гостях у евреев марокканских. Когда я спала ночью. Вот-вот, да. Слетали в Африку, да. Молодцы. А что, они в Африке живут? Ну, Марокко где находится, Серёга? Думал, возле Израиля, там где-то за забором, нет? Нет, Сережка, это Африка. Ты что, и туда евреев занесло? Ой-ой-ой. Где настолько нет? А косточки будете вынимать или там нет уже косточек? Это сом. И что? Катя, я говорю, это сом. Поняла? Угу. А ну, приоткрой рот. Не-не, я сырое не хочу. Ты что? Ну, я знаю, что он очень... Короче, вкусный. Кусочки вот такие. Нет, тут есть у него кости, вот в животике, например. Угу. Ой, как это будет вкусно, Марат. А вы животик тоже будете? Такой, мы все будем. Весь сом пойдет. Кроме головы. Да. Вот шкура мощная. Скажи мне, вот такие вот полосочки делить на пополам? Угу. Или целый ты хочешь ставить? Нам ты что, это же вкусно порционно большое. Вот такое можно оставлять, в принципе. Все. Да. Нам главное, чтобы они плюс-минус были одинаковые, чтобы одинаковое время взяло их приготовить. Потому что передерживать тоже здесь не нужно. Это рыба, она готовится молниеносно. Тем более наша липованская, она же вообще уже готовая ловится. Да, прямо в соусе сразу же. И с лепешечкой. И еще карасиком сверху припорошенная. Сейчас мы можем, кстати, карасика добавить, чтобы она не смеялась тут сильно. Не, я подумал, ты что ее развезло, короче, понял? Карасиком припорошенная. Это же надо было сначала его, как это, выловить и высушить, ага. Потом натереть и припорошить. Думаю, ну его в баню, короче. Стоит, смеется. Это высокая кухня, Сергей. Да, а Марат, короче... А Марат, у тебя помидоры выпадают уже, елки-палки. Ты что? На базаре такая сливка на весь золото, он швыряется. Ай-яй-яй. Да, точно. Ты что? Хотел замутить, так скажи, что мы тебе с собой отсыпем, все будет нормально. Блин. Слышь, все эти ножи, это хорошо. А куда же я без топорика? А? Вот машины моей мечты. Я думал, Lexus. А, да? Белый? Белый. Блин. Ёлки-палки. Слышишь? А я, короче, у меня предложение есть в голове такое интересное. Я им поменяю его. Старый на новый? На карася. Не, тут себе оставим. На карася. А скажи мне, вот смотри, у Липован карася много? Много. А у японцев Лексуса много? Много. Так что нам мешает сделать? Сделай друг другу приятно. Все. Один к одному, Сереж? Не. Вот сколько в него влезет в багажник? Вот столько и будет. Марат, смотри, что она получилась? Что она получилась? А? О, а не хочешь целиком кинуть всю эту гирлянду? Не-не. Ладно, ладно. Ай-яй-яй. Фокус. Нажми, чтобы было видно арбуз. Наверх арбуза. Пальчиком, аккуратно. Не долби, это же не твой телефон. Это шедевр. Еще ближе. Перец видно, что это перец, да?
И что, как тебе спецэффекты? А? Что ты, я видел по телевизору так делают, понял? Там меняют камеры, там пшикают водой, там дуют мукой, обратный кадр, вверх ногами телефон. Так я короче, думаю, это не про нас, мы Сереж. Так тоже научимся. Ребята. Не про тебя так точно, елки-палки. Видели, как это все снимается? С какими комментариями вы бы уписались от смеха? Извините за выражение. Главное, нам наших хватает. Главное, есть вот тот арбуз, тогда это будет не стыдно, если ты описываешься. Скажешь, я здесь ни при чем, это полезно, да? Доктор сказал, есть арбузы и писи, так я ем арбузы и писи. Морковка в это блюдо не идет, но я буквально вот 3 штучки хочу. Мне вот нравится, я пробовал с морковкой. А оно вообще там по классике не идет. Тоже не кошерное. Но мы же в Одессе. Не, морковка кошерная. Слушай, я видел, какие евреи кушают сало, поэтому мне кажется, что любое блюдо, это уже можно сказать, что это хорошо. Ой-ой-ой. Чух. Все, оператор, отойди, я начинаю рубать. Что рубать, копать? Что ты смеешься, елки-палки? А я понял, веселит. Вот это когда снимаешь со спецэффектами. Сегодня... Ее начинает веселить, ай-яй-яй. Сегодня ты шо? Не жарко, сегодня прекрасная погода. Вообще, сам Бог видел, снимай, не хочу. Можем хоть целый день снимать. Да не, Мара, давайте воздержимся. Мы так уже полдня снимаем. Послушай, тебе не стыдно? Весь мир ждет, елки-палки, этих замечательных, удивительных выпусков из Одессы. Мама, она говорит, елки-палки, чтобы я не снимала. Я тоже за, Сережа. А что с руками? Сильно хорошо у тебя получается. Что там чешешь? Вот я еще, может, расскажу тебе на весь мир, что я там чешу. Чешу то, что чешется. Знаешь такую? Иди помой и успокойся. Этот. Так, у меня все а ну-ка. Чистое. Тебе ли не знать? Марат, ага. Я несу? Неси. Неси, надо говорить. Неси. Перчик. А сколько его надо? Еще вот эти вот и все? Да, и все. Потому что у меня этот уже готовый. Катенька, съедим. По-любому. Катя, иди покажи, как я умею. Я, знаешь, кто написали в комментариях в Инстаграме, а почему Сережа все время называет рыбу рибой? Это прямо тебе написали в комментарии? Да. А он вроде и не называет так. Я говорю, приезжайте в Одессу, вам тут на привозе объяснят. Да. Все, шикардус. Может, пару перцев оставим нетрадиционной нарезки, длинненькой? Я понял. По усам вижу, что ты не что, согласен. Ты знаешь, что Марат любит, чтобы все было одинаково? Как это? Нет, он нет-нет, да что-то нетрадиционное исполнит. Морковку, например, добавит, да, Марат? Да. Не, у него главное, чтобы нарезка была одинаковая, чтобы приготовилось это блюдо все одновременно. И не мелко, крупно. Я знаю. Я чеснока знаю. Много. Я знал, что ты так скажешь, поэтому я был готов, елки-палки. Чесночка, ох ты, шок, какой он замечательный. Что, расскажи людям по специям, надо необходимо очень. Прямо вообще без этого никак. Вот это... Нам повезло. Спешен, я, специя. Паприка марокая, то есть марокканская паприка, сладкая и бешамель, это копченая. Одновременно? Да. На привозе есть. Немножко копченой, немножко обычной паприки. Фу, какая. Паприки будет много. У нас еще есть вот такая штучка. Для рыбы. Вадик, спасибо огромное. Родненький да. Такой передал. Мы специально его не пользовались. Тут знали, что... С розмаринчиком. Что мы будем готовить рыбу, и эта специя останется у нас? Да, любую. Нету у вас такой израильской, берите любую для рыбы. Смотри, сейчас многие подумают, что это опарыши, но нет, ребята, это какая-то специя. Это розмарин. Да я знаю, я хотел сделать людям интерактивную эту, не вечеринку, а как она называется? Викторину. Викторину. Та-д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 а
Слышь, я боюсь часами гасить. Последний раз, когда я так делал, Марат их понес ремонтировать. Змейка разболталась у них. Они начали открываться. Не мелко, ты помнишь. Марат. Еще крупнее. Вот так вот, да? Все. А давай, да разберемся. Порежешь? Короче, шишу? Просто порежешь и не да я не люблю просто резать. Я люблю, чтобы разлеталось, а потом собирать по всему столу, елки, эти палки. Ты понял? Давай. Ты понял, какое давление тут происходит?
Слышь, хорошее блюдо, но я уже хочу, этот, когда мы начнем жарить. Подготовка, самое главное. Потом все будет быстро. Как обычно. Ай-яй-яй-яй-яй, баллон на месте, все туда-сюда, горелка. Марат, эх ты. Шикардос какой, короче, мы первый раз готовим, да? Не, на этом я первый. Посадка именно казана, конкретно на... Он идеально сюда сел. На печка, идеально. Вообще именно супер, обалдеть. Как говорит Марат, это блюдо готовится из оливкового, точнее, на оливковом масле, правильно? Ну, мы далеко не в Израиле, совсем не в Марокко, поэтому я масло стоит у нас совсем любом. Других денег. Я хотел вам сэкономить, поэтому говори. На любом масле, ребят, даже из виноградных косточек масло получится тоже очень вкусно. Это чача называется, самогон. Акапулька, ай-яй-яй-яй. Акапулька, ай-яй-яй-яй. Блюдо вообще на самом деле жирное. Жирное, сладко-острое. Иначе это не храймы. А у нас будет храймы. Жирное? Жирное. Сладко-острое. Но мы сделаем так, лагерно. А нельзя скажешь просто... мне степень жирности, когда остановить? Хватит? Хватит. Ты что, почти плов какой-то? Зирвак. О, запомнила. Что, все хорошо? Поумничать решила. Прям какой-то вырегут, а не горелочка. Что нам надо подготовиться? Мешалки. Ребят, если вы готовите это блюдо зимой, помидоры дорогие или нету вообще доступности помидор, можно взять но очень качественную томатную пасту. Можно сделать и с ней. Делал я тоже, пробовал, все получается очень вкусно. Но у нас сейчас сезон помидор, поэтому грех использовать томатную пасту. Сейчас паста дороже. Да. Маратик, что, с чего начинаем? С лука. Нет. С этой чпоколки. Кадр первый, дубль второй. Чпок. Начинаем жарить. Я хотел там что-то сказать, как обычно, и ничего не сказал. Да спой уже нам хоть раз уже за сегодня. Сказать ты уже сказал много. Я четыре раза собирался, и четыре раза оно меня сбило, сейчас на пятый раз соизволило. А теперь я четыре раза себя... Пусть Изя для тебя поет. Слышишь, для тебя сегодня даже птицы не поют. А я тебе чего? А я теперь четыре раза себя виновата чувствую, что ты не спел, понимаешь? А знаешь эту песню? Извини, что же. Любит людей, не пиво. Любит людей Анна. Анна, да. Сегодня, ребята, красота. День любителей пива. Поздравляем. Кстати! Наливай, Сережка. Серьезно? Ну, конечно, будем бухать. Не-не-не, ты здесь причем, ты за рулем, ты еще мать кормящая. Так что теперь я? А что ты, подожди, праздник ты любитель пива, что здесь общего? Давай лук жарить, короче говоря. А не ма, как это, день любителей погундосить, не ма? Наверное, есть. Вот тогда мы будем отвечать по полной. Ну что, Марат, лучок? Лучок. А что нет, ну давай. Слышь, марокканское мы сегодня еще не готовили. Ребята, евреи, вот особенно те, что в Африке, для вас сегодня. Прямо шикардос. Что это за аромат благородный именно этого теплого жареного лука? Ты что, елки-палки? Я тоже балдею. Чиполлино во всей красе, ты понял, что лучших духов и не придумаешь. Настолько нежное, настолько вкусное. Блюдо готовится практически все на среднем огне. Сильный огонь нам сегодня не нужен. Средний огонь в конце самый маленький будет. Имейте в виду. Что здесь еще интересно, что чеснок, как в большинстве блюд, не в конце кладется, а именно вот сейчас чуть-чуть лук припустим, и сразу много чеснока. Правильно. Это важно. Да. А был бы большой огонь, он бы начал там уже жариться, горечь да, пускать. Да. А когда он на мягеньком, он именно будет такой чисто томиться себе. Он должен отдать все свои да вкусы. Ты да. Шо, да ты шо? Ай, Марат, предлагаю по арбузику. И знаешь, как это блюдо вообще, это ну, праздничное блюдо. Его готовят в больших, высоких сковородках, огромных, в таджинах больших, очень популярно, кстати. И подается это прямо на сковородке на стол. Так у нас же есть маленькие вот эти и вот чугунные. Все, и все едят прямо оттуда. А-а-а. Я понял, поэтому предлагаю по арбузику. Давай.
Тот, кто рожден был у моря, тот полюбил навсегда. Наконец-то белые запел. Мачты на рейде, скипку моего арбуза. Да, давайте по арбузику. Ты взял чеснок, надо уже добавлять, добавляй. А я пока потихонечку людей буду. Ё-моё, 15 килограмм чистого здоровья. Какой хороший. Да, именно на вот этом раннем этапе. Твое здоровье, Марат. На раннем этапе. Вот сейчас пойдет аромат. Ты что, сейчас сок лука запечатает сок чеснока. Твикс такой. А ну отойди, я хочу ему сделать красиво единоразово. Харакири. Как получится. Смотри, чтоб тебе шо? В лицо пятка не отлетела. Так я же не мамаши буду бить, а... Фу! Не, так и как обычно, да? Просто с таким... Главное, чтобы он был сладким. Не Марат, все равно, как ты его порежешь. С таким арбузиком хочешь, ты не знаешь, что делать. Ну что ты хочешь что делать? Ёшкин ты кот. А? Может так врезать, ну, его рассечь? Еще. Я понял. Я хочу сейчас рассекаю, Марат. Да ты уже сколько раз тут примиряться будешь? Уже дай этому арбузу как следует. Вот так вот. Блин, ну отлетело рикошет, ты понял? Тихо, криво пошло. Давай. Оператор. Надо вынуть? Да, и всунуть по новой. Давай. Все, как ты любишь. Понимай. Так. Марат, такое ощущение, что он всрался, понял? Короче, звуки такие, но это очень приятно. Что хотел сказать? У этих арбузов мало косточки, а я уже там на базаре, короче, у людей просил, у наших подписчиков. Ты не знаешь, как косточки с арбуза сохранить на следующий год? Их вот надо, если ты хочешь посадить. Надо просушивать, засушивать. Тют, ну все это говорят, а есть же еще технология. Доведение до засушки. Катя, держи, разваливай. Вот это я врезал. Все. Катюша, я тебе... О, смотри. Я ушел. Ты... Он себя не обделил. Да, я просто хотел Катю этим угостить гребешком. Ты звезда, не брызгай. Катюша, на тебе вот это усё, кушай на здоровье. А, да, для ребенка готово. На, кушай тебе на здоровье. Спасибо. Давай, а я пока займусь людей, угощу арбузиком, а то все думают, что ёшкин ты. Марат, попробуй, это камышов. Да что ты, как тебе это жалко, ёлки-палки. Камышовские липования угостили. Я там пробовал на базаре, 4 килограмма съел. Сказал хороший. Хороший. Главное потом руки помыть. Руки, доску и нож. Песня. Закуси его арбузом. Прямо кидайся на него. Вон арбуз, я тебе скипку приготовил. Перчиком закусил. Перчиком? Эх ты. Ладно, давай специи. Говори, что. Так. Вот это вот израильское для рыбы с розмарином. Жменю хорошую. Да подожди ты, она с розмарином. Рад. Ух. Шикардос. Больше не буду, потому что еще ж рыба будет. Паприка марокканская копченая. Подожди, все по очереди, я это пока закрою. Марокканская копченая. Хорошо. Чуть больше, чем ее обычные паприки. Все. Так, обычная паприка. Все. Великолепно. Сейчас я нарежу туда еще перчик. Ребята, это блюдо должно быть острым, ну хотя бы островатым. Вообще должно быть очень острым. Ох, ребята, перчик, конечно. Огонь, да. Огонь. Вот этого нам хватит, я думаю, на этот казан. Мы еще сухого немножко бахнем для вкуса. Да, этот сухой после этого будет такой уже болгарским казаться. Что, и не проходит? Уже и пиво, и водку выпил. И не проходит? Обалдеть. Я его просто практически лизнул. Я знаю, где на Киевском есть. Слушай, такого можно купить, насушить и хватит тебе надолго. Ёлки-палки. Теперь получается, не с Израиля нам, а можем даже мы в Израиль отправлять. Правильно? Ну да. Вот. Все, встречайте. Камара, у меня руки жирные. Так, зира, да? Так, зира горная высоко. Высокогорная. Острый пошел.
Зиры хорошую жменьку? Да, хорошую, еще даже. Слушай, ну так подожди. Без зиры, ребята, это блюдо не делается, обязательно. Я чего мне не жалко, просто я знаю, что эта зира вот эта горная, она в 4 раза мощнее, чем та обыкновенная, что мы привыкли видеть. Что? Не, он просто так как-то... Подумать, зажал или поварил в чепалке. Нет. О, смотри, я ее в порошок вообще стер. Катя, Марат, это уже пахнет одеколоном, ты понял? Ё-моё, эфирные масла, когда идешь в баню, добавляют. Вот это блюдо. Не, Марокко, Марокеш, у них же вообще это яркая еда, она такая именно вся, хух. Прям не еда, а букет какой-то. Ага. Главное, чтобы оно лечилось потом это все. Все. А то подсядешь на эту кухню, и что потом делать? Пошла наша овощная база. Уся? Уся. Ёшкин кот, ты шо вот это? Сколько здесь? Здесь все, ага. Ребят, кто-то делает мельче, кто-то вообще натирает на терке. Я вот люблю вот такой вариант. Меня так учили марокканские евреи. Где они вас учили, интересно? В Израиле где? Ты что? Знаешь сколько? Половина населения. А остальные в Африке? Я с Маратом тоже географию подтяну. Ты не будешь мешать? А тут оператор все от меня зависит. Захочет, будет. Захочу, не буду. Ой, не надо вот только цену себе набивать. А, ладно, хорошо. Ну, буду, но не сейчас. Мне очень нравится, но не сразу. Понял? Вот всыпал все, и тишина. Подождем. Подождем. Так, соль, сахар, кинза в тарелку, да? Да. Мараджан. Ну, сейчас можем уже и помешать. Ну, будет сладкое? Сладкое. Арбузика добавили? Он же говорил, мы уже добавили. Он же говорил, что сладкое, жирное, острое. Все, что ты не любишь, будет в этом блюде. Ей понравится, увидишь. Так что, да я знаю, слушай, она же мне сразу вроде бы Галя, а потом Катя. О, Газку. Не, балдежные мы с тобой вечно рулили, конечно. Хочешь выпрыгивать, только сделал сразу раз и успокоилась, ты что? А главное, нету дыма. Да, вот это точно, Марат. Точно, то, что нету дыма, это балдеж. Вещи не воняют, голова на следующий день не болит. Короче, шикардос. Ну, голова у вас не от этого болит. А чего? Потому что существует день любителя пива. Да. Соль, сахар? Ты сам? Давай я. Давайте. Ребят, у нас помидоры довольно сладкие, поэтому ты сахаром не увлекайся. Как вот как раз с этим у меня полный порядок. Я могу чуть-чуть пересолить, не досолить. Хотя мы же здесь еще немножко не солили, даже ничего, да? Все. Эта штука, вот этот соус, он должен побулькать на минут 15. А мы сейчас, перед тем, как закладывать рыбу, мы ее посолим тоже и посахарим. Ага. Ребята, если вы думаете, что так уписились помидоры, нет. Мы немножечко добавили воды. Вот буквально вот так вот. И моя блатная ложка. Мараджан, как тебе частота подпрыгивания булек говорит о чем? Что, пора уже? Пора. Закладывать рыбу? Ребята, маленький, но не... Как это? Но очень важный момент. Минут за 10 до того, как отправить саму рыбу в наш замечательный марокканский соус, ее надо тоже посахарить и посолить. Посолить и посахарить, правильно? Чуть-чуть сахара и больше соли. Как у настоящих евреев. Да. У марокканцев. Прям по одному кусочку, правильно? Ты что-то, я все подожди, я понял. А может чипчиками, Сережа? Я вот думаю, может мне это потихонечку так вот немножко раздвинуть? Или прямо, Марат, на соус сверху, да? Прямо, не получится. Прямо на соус. Он должен быть немножко покрыт. Рыба должна немножко покрыть. Хорошо, оно его притопит, да? Да. О-о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 
в этом соусе булькать минут 20-25. Любая другая рыба, тонкая, там филированная, хек это может быть, сибас, бури, что, все что угодно. 7-8 до 10 минут, больше не переваривайте рыбу, не перетушивайте.
это для рыбы нехорошо. Слышишь, поэтому... такую уху я еще не готовил. Обалдеть. Это очень вкусно. Да всем ясно и понятно, что рыбе надо там немного поваляться, минут 10 максимум. И все, а потом выключаем, и она должна, самое главное, постоять там сколько? Постоять минут 20 еще, под крышечкой, закрытой, без огня уже. Настояться. Я так понимаю, что мешать ее сейчас нельзя. Не надо. А зачем, правильно? Все. Вот тебе и жирный животик. Вот тебе и с косточкой что-нибудь. Ё-моё, ты что, он мне говорил, из сома готовить нельзя. Из сома нужно готовить. А мне кажется, это именно из сома и нужно. Подожди, это будет, я первый раз готовлю это блюдо из сома, но я думаю, это будет очень вкусно. Вы помните шашлык из сома, Марат? Он же просто бесподобный. Или я помню шашлык из сома, она меня спрашивает, ты слышишь? Ага. Я его на всю жизнь запомнил. Этот сома, тот родственник того сома, что тебе понравился до бесподобия. Младший брат, да. Ага. Тот был чуть-чуть побольше. Всю семью мы съели. Я сейчас Вилкова позвоню туда-сюда. Аккуратненько. Нам еще одну семью вышлют, не переживай. Сестру пришлют. Там добра этого не переведется. А я видела, они там коптят в Инстаграме. Посмотри, шматочек, елки-палки. Да весь мир знает, что они коптят. Они просто коптят не громко, потому что много рыбы вкуса не бывает. А когда они начинают коптить, она быстренько становится в очередь и не всем хватает. Поэтому они так сильно афишируют. Чуть-чуть. Оно должно быть еле-еле покрыто соусом. Хорошо. Ну тебе хочется побатутить. Ну побатуть. А тебе тоже хочется, да? Не, мне не хочется. Я точно знаю, что сейчас надо дать ему хотя бы 3 минуты бульканья. И оно потихонечку сейчас вот так вот разойдется, рыба усядется, и верхняя часть соуса покроет то, что надо. Ну, подавил, ну и хватит. Полил, а не подавил. Стоим, наблюдаем. Не, ну прям шикардос. Я так давно не ел это, а готовил очень много часто. Ты же 25 рыб, елки-палки. Я в предвкушении. Мне кажется, оно прямо на глазах. И оно завораживает. А зимой еще и размораживает. Любые чувства, даже самые притупленные к любой еде. Ребята, какой стоит запредельный штын. Именно такой настоящий, именно рыбацкий, марокканский штын. Штын, штын, штын. Штын, 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 штын. Штын, 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 тын, 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 тын. Я стою на перекрестке двух веков. На задворках спета юности моей раскидала, разметала пацанов. Вот и нет в моей колоде козырей, и вернуться не получится никак. Только память да потрепанный альбом. Как-то в юности с надеждою в зубах мы играли с желваками без понтов. Дядя Боря, как тебе у моря, что смеется, плачет и поет. Дядю Борю знает это море, как надежный белый. Как надежный белый пароход. Да ладно, это не об том. Ты посмотри, какой шипованный у нас появился купальник. Марат! Ты под платьишко повесил? Ох, нифига себе, это что-то смаза. Вам, если надо, будет, мы дадим. Нет, это не смаза. Это, знаешь, есть аукцион Солбери? Ага. Или что-то такое? А, это вы были на... Опять... Это мы были у нас в субботу-воскресенье на Молдаванке, есть Солбери, да, или Соджбери, короче. Вот то именно самое интересное, где продаются вообще уникальные вещи. Вы торговал? Это да. Первый костюм Мадонны, в котором она начинала свою интересную карьеру, понял? Это еще до тех времен, когда она бриться начала. Блин. Так его украдут у тебя, надо его снимать надо. Да пусть валяется, мне не жалко. Ты что, они пока украдут, они его поцарапаются. Я пока купил, ты что? А не, ладошки, я тебе говорю, сразу именно, знаешь, как этот? Есть аппликатор Кузнецова, вот тот для спины, когда покалывает. Ой, я недавно взял, да. А это когда у тебя с ладошками беда, сразу тын-тын-тын-тын, и сразу огнем горят, про бабы начинаешь думать. Что-что? С ладошками вроде не было беды, я не замечала. Я просто тебе не говорил. Это как? Теперь уже не будет у меня беды, все нормально. Оператор? За это, нас. Это легкий бздынь для тебя, моя девочка. Чтоб ты его носила, и тебе было всегда не тесно. Смотри на Миланю. Это человек, рожденный со звуками рынды.
Следующий раунд, Милане. Идем накрывать, мы уже почти приготовили, осталось настояться по-мароккански и все. Слушай, ну именно благородный, да? Как весело. Дзынь. Ты понял, как она на рынду реагирует? Ну, немножечко, чуть-чуть, легонько. О, красиво. Там вы что? О, красиво. Там дети, стойте, вас папа Шаули научит. Спокойно угомонились. Ладно, в другой серии научу. Тихо, об самокат не ударить. Все. Тадар-татарам. Мараджан, Катюня, иди сюда. Маратик, что, выключаем? Выключаем, накрываем. Давай сначала накрываем. Крышки у нас нет, так мы не обжились. Импровизированная, да? Идеальная. Ну, ты согласен, это идеальная. Слышишь? Вот так вот работает хороший казан. Ты выключил еще этот вот звук дискотеки, еще хороших минут пять. Да, слышишь, а это уже там уже, короче, этот давление образуется. Ну все, ждем. 10 минут? 20 минут? 10. Ладно. Миланька. А ну, друзья, всем привет. Она эх ты, друзья. До свидания. Слышишь? Опа. Не, она хочет арбуз. Иди сюда, посмотри. Эх ты, принцесса папина. На тебе кусочек. Такой арбуз просто. Хочется детей кормить и днем и ночью, правильно? На, любовь моя. А ну-ка. Вкусный? Сама понял, какая галя, елки-палки? Даешь ей это попробовать. Уже начинает носом крутить, да и берет в руку и сама начинает кушать. Я скажу, уже взрослая, мадам. Ага. Подошел. Ты шо? Мараджан, шо мы уже у нас пока готово, да? Да. Бомби, кинзу, тарелки есть. Блюдо на самом деле очень вкусное. Мы уже аккуратненько под крышечкой мы лизали. Но я тебе вам что-то как это, ну елки-палки. Мы лизнули, да. Да. Вся зеленуха идет в тарелку, у них ничего такого не добавляется в казан, правильно? Нет, ну смотри, если ты подаешь это блюдо в большой сковородке, как я рассказывал, угу. Это прям посыпается сверху. Как шакшука, но, да. Но уже когда оно отстоялось, уже когда более-менее не кипит. А у нас, ты видел наши сковородочки в ресторане? Вот то, что курица с овощами, когда девочки выносят, и она прямо с чугунной сковородки на раскаленной шкварчат. Ага, шуагицин паровоз, надо было так это блюдо назвать. Шипит, подпрыгивает, а эх ты, кунжут пахнет. Что, давай открывать. Давай. Слышь, ха, сегодня первый день, когда нам маме с собой не надо будет давать. Она, не, прямо, она сказала, она прямо тут покушает. Ее домой. А, да? Не изменяем традициям? Ну давай за традиции. Ты что, жизнь шикардос, а? Кинзой пахнет на руках у арбуз. Папы. В голове звуки рында. И что-то марокканское в казане. Ребята, чтобы у всех такие мультики были. Угу. А дальше я проснулся. Что, хочешь открыть? Ветчиняю. Да ты что, аж бегом. Ты посмотри на этот казан, елки-палки. 10 минут прошло. Сейчас будет громко. Но не очень. Вот а и он это еще прошло. Булькает, выключенный, да. А он еще булькает. Посмотри, газа нет. Вот тебе настоящий наманганец. Это тебе не сковородка-то вот это вот. Как давно я это не ел. И давно. Да покормим мы тебя, не переживай. Все надеюсь. Нормально. Да. Из 25 видов рыб готовил. Угу. Это 26-й вид. Ну, некошерный. Некошерный, да. Я думаю, будет самый вкусный. Ну, накладывайте что... уже. Не томите. А видишь, булькает. Дай насладиться. Вижу, конечно. Катя, тут не от нас все. Тут от казана зависит. Вот когда он уже набулькается, он когда натомится. Да. Ам, говорит. Ам, подождите. Дай ей еще арбуза. Заглушите ее чем-нибудь. На самом деле вкуснячий бесподобный арбуз. Вот же нашли место. Там куча нюх такая, что мы еще мочекаменную или как это там? Анурос. Мочепочечную болезнь эту
профилактируем. Да? Что, говорит, рыбой кормить будете в конце концов? Девочки, приятного аппетита. Вы так вилкой кушаете, что надо еще поучиться. Эх ты, вилку давай, до свидания, руками надо кушать. И помидоры мы уже тоже, они у нас чистые. Ах ты, какая интересная. Так, ну что, а что? Потихонечку? Наверное. Ёшкин ты кот, а? Ну, как Марат сказал, жирная и острая. Да ну не сильно, ни то, ни другое, мы сделали хорошо. Посмотри, какое красивое. А ну, стой, постой, я там слышал. Что, у вас у меня поезд или на чем вы уехаете? На поезде? А куда будете ехать? Да ты что? Вот это с собой в Киев заберете? Тарелку, а зелень, тарелку, куда ты пошел? Тарелку потом по новой почте. А вы будете кинзу? Правильно. Вам не надо. Тарелку потом новой почте пришлете. Не надо кинзу. Все, Сом, вы первый, кто будет его пробовать в Одессе. Как ты говоришь, Марат, ждем 15 минут? Потом пробуем мы, да, правильно? Да. Все. Приятного аппетита. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Маратжан, короче, смотри. Вот это вот я по-братски один кусочек тебе дам, а ты его в Израиль отправь туда или в Африку, где у вас там обычные евреи собираются. Пусть они его попробуют и скажут, получилось или не получилось. Ты шо? Слушай, а пахнет как. Эзра, дружище, родной, первый раз это блюдо я попробовал у тебя, друг ты мой золотой. Эзра, ты кишалом, и это шедевр. Пока-пока. Короче, кинзы вот буквально немножко, да? Ну да. А такое, чтобы было. Угу. Все, хватит. А лепешка где? В Марокко. В Марокко. Слышь, а где этот хозяин шкафа? А, Андрюха, здорово. Давай, я понял, вижу, я же хочу тебя угостить. Опача. А, у тебя есть там есть чем есть, нету? Иди добудь себе. Да ладно, я шучу, сиди, ты же в ресторане. В Одессу мой солнечный город. В Одессу мой солнечный город. У Черного моря. Леночка, а сделай доброе дело, иди сюда. Так, а вот туда кинь мужчине тоже. На, возьми тарелочку, возьми там по тарелочек, возьми там ложечки, угощай. А, стой, на тебе вот. Кинза сбоку положу, может быть, они вдруг не хотят, а если хотят, то пусть размажут. Так, кого мы еще не угостили? А? Марат, и шо? Вот прямо надо выдавливать? Чуть-чуть, кто как любит, кто сильнее, кто слабее. Немножечко, да, сбрызнуть, да, лимончиком. Потому что оно сладкое, оно жирное, оно острое, теперь оно еще и давай кислое. Давай я без лепешки попробую. Отколупай мне там маленький кусочек. Катюшечка, так для тебя, солнышко мое, что угодно. Хоть помидорку отдельно. Не, мне надо не отдельно. Я, вот ты вот кусочек мне рыбочки вот возьми. Потом вот этот перчик, кинзы сверху положи. Марат, 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 а ну говори. Ты шо, как филигранно. О, видишь? О, Катюша. Да, я вот об этом. Вот, вот мне вот это... этот кусочек беленький. Ё-моё, Марат. Все, а палтус, ты, кошерная рыба? Палтус? Да. Не знаю. Значит, кошерная. Наверное, так вот, да. Так вот, ты скажешь друзьям, что ты из палтуса. Посмотри, какая а мама, свинина дорогая. Есть, что она не кошерная? Вот я не могу понять. Сом свинину ест? Не, у него пятый палец на плавнике. Нет, это что и питается падалью. Ну, козел, а не рыба. Я туда не добавил помидорку, вот эту вот кинзы. Ты шо? Ну, какая балованная она у тебя. Он вообще знает, Марат. Слышишь, ну она, короче, ты этот, Катюша. Леночка, ты пришла пробовать? Отмочила, так отмочила.
Угу. А что, он свининой питается? Прям вот кинзой посыпал. Да, вот-вот-вот. Вот это бутерброд. Катюнь, что ты, бутерброд готова? Давай. Вкусить. Такие я заслужила. Что? Смотри, ты когда пробуешь, не надо мне телефон в глаз засовывать, не я пробую. Тебе надо аккуратно, нежно ручкой отведи. Марат, я этот. Ее надо куда-то отправить. На Мальдивы желательно. Желательно надолго, чтобы не очень сразу вернулась. С удовольствием. Ты не чмякай, тебя люди еще смотрят. Фу, отвращение какое-то. Очень вкусно, только еще, ты когда мало, ты с этих курсов оператора будешь идти. Мало помидорки мне дал. А, я думал, что мало поставил. Серега, вон тазик с помидорами. Слышь, такая именно Галя балованная. Такая балованная. Я начал, твою дегустацию с помидором. Ты сказала, там нету рыбы. Сейчас я дал рыбу, она говорит, там нету помидор. Понимаешь, может, ты уже на... это блюдо едят горячим, но я его очень люблю в холодном виде тоже. Если, не дай бог, у вас останется на второй день, очень вкусно, прямо с холодильника. То, слава богу, вам повезло. Да. О, это тоже нет? На, сейчас, если капнет на грудь горяченьким, то угу, будет тебе эротическая сцена. Теперь рыбки не хватает. Короче, друзьяки, от всей души с хорошим настроением для вас сегодня словил Кондрата благодаря оператору Одесс Клип. Всем пока-пока. Дай пять. А теперь бери, кушай, брат. Хе-хе-хе. Соус очень важен. Очень важен. Очень-очень-очень. Ты что? Попробовать. Настолько важный соус, что я даже не знаю, какой кусочек хлеба именно мне взять, елки-палки. Тот хороший. А мне вот хлеб даже никто не предлагал, между прочим. На, братик, тебе предлагаю, родненький. Давай. Кушай, кушай. А я хочу с сомой там что-нибудь там. Какая все-таки замечательная эта рыба. Ты что, без очков плохо вижу, но понимаешь, что это цимис именно. А что? Мака не хочу. И что, и остринка имеется, и сахар, и все, и то, что надо, да? Конечно, оно должно быть острее, но мы так, чтобы и дети попробовали, как говорится. Очень вкусно. Как давно я этого ждал. Что, тебе горячо? Даже можно больше лимончика. Спасибо ветру. Гуляю еще по этой пещере. Не очень горячо. Блин. Какое-то бесподобие. Слушай, а я бы сюда еще и перчик маринованный, остренький. Ням-ням-ням. Или огурчик хорошо соленый. Или вот тот перчик перчененький, который в Турции подают. А может, маслины, оливки у них там есть очень много. Они же их тоже едят. Едят. Это же не просто едят. Маслины вообще идеально здесь еще подают. Да. Конечно, что у тебя случилось? Все там потекло по этому самому. Серьезно? Слышишь? А, я понял. Значит, что? Блин. Соус идеальной температуры. 36,6. Если я его не чувствую, значит, получается, он со мной одного тела. Или как там? Температурного режима. Одной крови. Не умничай, короче. Ну ладно, давай. Остро, сладко и жирно. Еще и морковка. Обалденно. Ребята, хаймы. Рыба вкуснячая, но то, что то, в чем плавает рыба, это вообще бесподобно. Друзьяки, все души, с хорошим настроением, для вас сегодня, как это, нырнули в Марокко. Да. С некошерной рыбой. Благодаря еврею. Угу. И там был Одесс Клип. Вам всем пока-пока. Чао.